Развитию малых форм хозяйствования на территории республики оказывают поддержку. Этим занимается Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Организация в том числе предоставляет информационно-консультативные услуги населению. Запрос на получение консультации можно оставить на официальном сайте центра. Обратившиеся уже есть. Большинство жителей республики обращаются с вопросами о получении гранта, об условиях выигрыша на конкурсной основе теплицы, о развитии горных территорий, а также о введении правильной отчетности. Центр компетенции создан для того, чтобы скооперировать все наше сельхозпроизводство, сельхозтоваропроизводителей. Это, конечно, в первую очередь и ИЛПХ, и мелкие фермеры, ИП, КФХ, которые работают на селе. Вот. И, безусловно, конечно же, мы ставим нашими целями это построение глобальной кооперативной сети в нашей республике. То есть мы ставим перед собой задачу скооперировать все сельхозпроизводство.